We used to be best buddies, and now we're not. What are we gonna do? Do you wanna build a snowman? No, Anna, fuck you! Всем привет, с вами Войс, и сегодня у нас мод под названием Frozen, или же Холодное Сердце. Что давайте начнем прямиком, быстро пробежимся по предметам. Здесь у нас замерзшие лианы, которые обычные лианы. Обсидиан, я не знаю вообще, какого черта он там находится. Крепкий лед, который на самом деле не обычный лед, не путайте. Также здесь и ледяное сердце, вообще переводится как замерзшее сердце, но оно будет холодным сердцем, потому что это и есть название мультика. Потом у нас пила, специально для льда, которая вам очень сильно понадобится, крафтинг ее вы видите на экране. Перчатка Эльзы, которая состоит из, мать его, 4 алмазов. Эльза, ты что, охренела? Меч Ханза и кирка Кристофа, как же иначе без этого? Также здесь присутствуют сеты для всех наших героев, основных героев мультфильма. Это одежда Эльзы, туфельки, платьишко, алмазный нагрудник. Дело в том, что вся эта одежда, все эти предметы имеют прочность больше или же как алмазная. Вы представляете? Это же вообще жесть. Но зато у Эльзы она будет ломаться намного быстрее, чем алмазная броня. Ходить в таком платье, которое хрен разобьешь, это же вообще супер. Я бы не отказался, если бы я был девушкой, ну или голубым. Дело в том, что если у вас присутствует весь сет Эльзы, то вы можете вообще ходить по воде. Это же вообще великолепно. По воде и по лаве, вон они! Как здорово, что они здесь рядом оказались. В общем, я пробегаю, и это все замораживается великолепно. Короче, будете играть по озеру, пробегите, воплотите мультфильм в реальность. Потому что такие чувства, вот я не знаю. А если вы пробежитесь по лаве, то он превратится, мать его, в обсидиан. Боже мой, этот водоем лавы превратится в обсидиан. Как это все великолепно, как, спасибо, хрустальные туфельки. Спасибо, ледяное платьишко. Ну-ка, я вот из... Закрыл все, ух ты, я могуч, я гоняю стаи туч. А ну-ка, хватит орать! Итак, в каких-либо водоемах вы также можете раздобыть данный крепкий лед. Он вам понадобится, чтобы добыть вот такое вот ледяное холодное сердце. Холодное сердце у нас нужно для крафтинга некоторых из предметов. Сейчас мы посмотрим, для конкретно чего. А, это нагрудник Анны и нагрудник Эльзы. Вот так вот, ребят. Поэтому оно вам понадобится. Добывать вы эти холодные сердца тоже будете с помощью вот этой ледяной пилы, которая крафтится, вы помните, как прекрасно. Вы берете ее и начинаете долбить по льду. Но дело в том, что шанс выпадения данного сердца очень невелик. 5%. Вообще ничего. Поэтому вам придется долбить очень много. И искать данный лед тоже очень много. Но если так по сути подумать, то эти сердца-то в большом количестве вам и не нужно. Зачем вам создать, может быть, 2 нагрудника максимум? Ну что еще вы можете с ними сделать, правильно ведь? Можете их скушать, конечно, если хотите. Также, если у вас полный сет Эльзы, вы можете брать и стрелять ледяными стрелами. Боже мой, это просто великолепно. А точнее не ледяными стрелами, а ледяными что-то наподобие осколками. С чем я это сделал? Если данный ледяной осколок... Почему не могу взлететь? Боже мой, как мудак, прыгаю. Я же в режиме выживания нахожусь. Если данный ледяной осколок упадет на какой-либо блок, он превратит его в лед. На самом деле, это очень опасное оружие. Вы вот такой бежите довольно... Руда, руда! Бум! Ха, нет руды! Поэтому будьте с этим всем аккуратны очень, ребят. И также эта перчатка... А, где эта перчатка? Она тоже стреляет. Стреляет снежками, но данные снежки не наносят какого-либо урона... Почему, я не знаю. Они только толкают. Ну, толкают хорошо. Давайте начнем рассматривать, наконец-таки, у наших мобов. Это Дюк Стак. Отморозок Дюка. Ну, то есть его охранники. И сам Дюк Уистлтауна. Ну, почему ты такой большой? Ты же был маленьким, таким лысым, усатым, носатым коротышкой с вредным характером. А сейчас ты какой-то высокий, боже мой. Давайте попробуем убить этого отморозка Дюка. На Пушкина похож, между прочим. У него тоже барды. И выпадет с него 2 слитка железа, мать его. Вы что такие, богатые засранцы? А, убьем Дюка Уистлтауна. И тоже 2 слитка железа. Дальше у нас сам Ханс. Это тот самый очаровательный ублюдок, который на самом деле является ублюдком. Путем завладения сердца Анны этот паскуда пытался взять и королевство захватить, да?
Ну как ты нам говорил, я 12-й сын, и мне ничего не достается. Ну потому что ты неудачник, смирись с этим. Убейся нахрен, убейся. С него выпадают золотые слитки, боже мой, какой мажор. Вообще не зря я тебя убил. Я сейчас вызову тебя и еще раз убью. Киркой на этот раз убью, по голове. Как Троцкого. Знаете, кто такой Троцкий? Ну и не надо. Ничего, скоро вас ждет какой-то 7-8 класс истории. Узнаете. А теперь Кристоф, вот это вот вроде бы на первый взгляд какое-то хамло, деревенщина, а на самом деле оказался вот добрым парнишкой, который помогал Анне разгребать все это говно, помогал Анне на ее пути. Ну, сдохни уже. С него выпадает морковь, потому что, собственно, он же там кормил своего там оленя и забыл, как его звали там. Свен! Свен звали, мать его! Как я это все помню до сих пор, год прошел! Год! А теперь наши основные мобы — это Анна и Эльза! У-ху! Анна — союзнический моб, 20 здоровья, а Эльза враждебный — 30! То есть Эльза жирней, что ли? Шутка-маршутка. В общем, с нее выпадает лед, что по сути не странно. А с Анны выпадает... Давайте попробуем убить Анну. Анна, умри! Бум, по щам, получи в щи. С нее выпадает маг! Она является наркоманом. Я-то думал, она милая девочка, она оказывается наркобарон какой-то. А Эльза? Эльза, ударь меня! Эльза, я в режиме выживания, Эльза. Во-во, больно, да? Больно мне. Ну, ты же девушка, ты не можешь бить, знаешь почему? Потому что у меня тоже твоя броня есть. У-ху! Да прекрати! Опять лёд с тебя упал, ну что ты за женщина такая? На самом деле, иногда, я не знаю, почему сейчас это не сработало, Анна может говорить. Анна, говори. Анна. О, заговорила. Получила по морде пару раз и заговорила. Вот они начинают говорить после того, как ты их ударишь. Блин, со мной то же самое. Никто не заговорит, пока я их не ударю. Интересно. Заговорила. It's not nice to throw people. Это не здорово кидать людей. Я сейчас у вас борца своего друга позову, могу он тебя кинет на прогиб. Do you wanna be... We used to be best buddies. And now we're not. What are we gonna do? Do you wanna build a snowman? No, Anna, fuck you. Мне нельзя петь. Это либо ужасно, либо это превращается во что-то не очень хорошее. Цветок я тебе дарю, дура. Do you wanna build a snowman? Опять? Ты что, заела, что снеговика хочешь? Ну, что ты... А где... А где Олаф? Олаф, где Олаф? Вот он. Ну это не Олаф, вообще это не Олаф. Олафа нет. А что Эльза говорит? Love will thaw. Ты что, дура что ли? Conceal, don't feel. Ты что, вообще больная? Ты... Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Can't hold us back anymore. Wait, what? For the first time and forever. Я не помню дальше слова. Какая ты милая, Анна. Я бы тебя оставил в жопу. Нафиг надо такую. Разговаривай только, когда ударишь. О боже, Анна, ты же на краю. Я тебя спасу. О, блоп. Анна. Ну вот, в принципе, и все, дорогие друзья. Я думаю, то, что я все рассказал. И если вам понравилось, то можете оценить это видео, поставить лайк и также подписаться. Если же вам не нравится, то идите нахрен. С вами был Войс. Увидимся в новых сериях. Пока!